У нас Кристина по выходным. Сейчас посмотрим, как красиво оформлено. Напитки, сладости, пирожные. Тоже сладости, водичка. И подарки детям себя раздают. В Волосе хорошая погода, перемена облачность, 22 градуса. У нас было похолодание недельное, 15, вечером 13 было. Дождики. С сегодняшнего дня уже восстановилась погода. Я гуляю, пришла на маяк. Дорога от набережной 900 метров расстояние. Небо. Боже, я первый раз вижу в Волосе такого размера медузу. Она гигантская. Больше метра, это точно. Это вообще, я в шоке. Я думала сначала, что-то такое плывет непонятное. В Греции уже на носу выборы, и вот сегодня сцена будет. Одна из предвыборных кампаний в 8 вечера. У нас наступил сезон цветения жасмина. Посмотрите, как буйство какое цветов. Аромат непередаваемый.